сказать, что фотограф там уже легал, он мог в это время только заехать и ходить, чтобы открытым стерятник. И у него там во время какого-то массового события, которое все нормально снимали, у него будут фотографии не стерятника проскакивать. Но можно говорить о том, что вот эта зона, да, большая, отмеченная, вот как, например, парад, да, действительно обещает то, что большинство фотографий в ней это парад. Вот, итак, по поводу моих маленьких радостей, маленьких открытий. Значит, что нам дает участие нескольких фотографов, всего вот в этом проекте приняло участие 10, чего, в принципе, хватало для того, чтобы некоторые фотографии по времени, а здесь точно секунды, они были одновременно сняты. Вот, можете себе представить, что будет твориться, если там будет их хотя бы сколько-то больше. Вот, ну, соответственно, начался парад, и где-то вот там сейчас должно проскочить один такой замечательный момент. Здесь проблема в том, что да, вот я просил фотографа фотографировать часы для синхронизации, вот, но не все это не сделали, а точность здесь действительно важна, я хочу сейчас проиллюстрировать. Потому что буквально разница несколько секунд, она может играть очень большое значение для открытия контекста, для смысла. В общем, увидите Суруёси, скажите мне, ага, вот я вижу Суруёси. Обратите внимание, Катана фотографирует Еленку, которая фотографирует каких-то мужиков. Вот. Но давайте посмотрим, что же в этот момент фотографировала Еленка. Вот ее фотография. Вот, и тут мы видим, что мужики не дают уж подозрительно. Это разница в этих двух кадрах, в 2 минуты, как видите, да? То есть, это как раз вопрос о ракурсах. Мы видели здесь пример разных ракурсов. Вот, что еще дает фотолетопись? Еще фотолетопись, она позволяет устанавливать историческую справедливость. Сейчас я это проиллюстрирую. Ну, значит, во-первых, по зонам, да, вот, пройдемся, если мы сейчас перемотаем, да, видите, начинается крестный ход. И действительно, происходящее здесь, вот, допустим, почему, опять же, ображение клиц, да, чем занят человек, куда он идет, что происходит? Происходит крестный ход. Человек удовлетворенный выражением лица. К вопросу, опять же, о ракурсах. Вот, пожалуйста, Никита Робин фотографирует с балкона, да, богослужение на крестном ходу. Странник фотографирует богослужение, боюсь, что просто больше зума, но тоже с балкона. Ни на какие мысли вы это не наводит. И разница, как вы видите, в 2 секунды. Да? Очевидно, что даже можете посмотреть на заднем плане, там, Ирак стоит. Вот, и вот же он, несколько смазанных, да, то есть люди не успели даже двинуться. А два фотографа в разных ракурсах, там, с различным художественным выражением, сфотографировали одну и ту же сцену. И когда на столетопись, человек просматривает фотографии, да, он мотает и крестный ход. Видит, вот здесь происходит богослужение, он там не обязан просматривать все это подряд, да, он видит, сколько там, какое внимание. Видит, здесь тоже там какой-то интересный ракурс. И вот в таком режиме, да, остальные фотографии там достойны просто беглого взгляда, они там ничем человеку не интересны, он спокойнее дальше мотает. Вот, на том, что ему интересно, он останавливается особо. Увидел взгляд и кричал, народ, это же я. Это не я, вот я покажу. Значит, восстановление исторической справедливости. Так, 6.07, 13.41 произошло нечто. Значит, 6 июля. Так, ну это ночь, кстати. Обратите внимание, люди ночью что-то танкуют. Значит, 13 это где-то середина дня, да? Давайте мы займем это середину дня. Так, значит, это уже много. Ага, вот. Видите, красная зона означает что-то. Давайте посмотрим, что это красная зона. Всем откройся. Расскажи нам о себе. А, это происходит первый серьезный штурм. Вот. Ну, подкатили осадное орудие, тут видно, да, там действительно все серьезно работает. Итак, давайте установим историческую справедливость. В первом моменте. Где номер? 41.39. Видим, что это 30 минут. Ага, то есть это во время штурма. Во время штурма. Но здесь вот
допустим, большая область свободная, да, без каких-то событий, что удивительно того количества фотографов, можно просто нажать следующую и до следующего там скопления фотографий. И вот 41. Итак, мы видим. В стране фотографируют серба, который в отряде. Да. То есть, Корл, ты считаешь, что ты его завалил, да? Я тоже думаю, что есть разница. Однако, между этим кадром я понимаю, что случилось. Не понятно, что человек сидит, готовится стрелять, судя по сжатому руку напряженно. Вот. Вот он уже валяется. Что же случилось? И вот еще один фотограф, да, сумел поймать момент между. Вот. И мы видим, что человек, видимо, срубился по жизни, судя по вот этой вспышке. Ну, кстати, кадр отличный, да? Скажи, вот. Результат, что нам вот это. А, результат вот такой. Вот. Ухти в одну сторону, рация в другую. То есть, видите, да, фотограф там, может, отвлекался, еще что-то, но этот момент он не поймал. Однако его коллега справился, да? Вот. Кадр отличный, он есть на выставке. На выставке там вот профессор Жирнополь. Это не наши пушки. Наши пушки были другие. И видите, да, что произошло? Некоторое количество фотографов, да, они более плотно там смогли, более подробно нам осветить события. А, проследим историю этого человека, да, вот, если он утверждает, что он убил его ядром, да, нет, ну, я, да, давайте предположим, что город действительно его убил, что вот такую вспышку в лицо он там перенес без проблем, да. Давайте посмотрим, что происходит в 49 уже минут. Мотанем, так сказать, на 49 минут. А, ну вот, собственно, и 49 минут. Скажите, знаете ли вы этого человека, которому что-то втирает султан Блэки? То есть, серб... Что за живой говорит он? Какого... Вот, то есть, но человек жив, определенно. Вот. Пока нет причин. Да. Значит, по поводу, опять же, исторической справедливости. Собственно, что есть? Есть у нас. Ага. Опять же, 06-07, еще 13-45, обратите внимание, то есть все где-то рядом. А, ну да. Вот, давайте посмотрим, что делает у нас мастер по боевке во время штурма. Штурм, наверное, там за стеной. То есть мастер по боевке сидит. Мастер по боевке продолжает сидеть. Вопрос, да, казалось бы, к мастеру по боевке возникают вопросы. То есть вот с точки зрения Ярослава, допустим, да, который снимал оба этих кадра. Вот. Но на помощь приходит другой фотограф с другой стороны стены. Да? Опять же, обратите внимание, странник. Ну, кстати, странник, да, он позвонил на прослушку на серба, а теперь вот он реабилитирует Ухова. Потому что, посмотрите, орлиный взгляд, полный контроль. Мастер сидит, мастер на месте. Вот. То есть, прижилось установлено. Ну, катана все-таки в руках. Ну, я просто отобрал толчка. Так. Теперь, так сказать, двойной пример. Восстановление контекста одновременно разные ракурсы, причем принципиально. Понимаете сразу, да, что в такой ситуации, там, кто стоял левее, кто правее в ситуации штурма, это не так интересно, как когда люди находились в разной стороне системы. Понятно, что с фотографами такое случается часто, как с игроками. И вот у нас есть 07-07, значит, что происходит? Вот 07, давайте промотаем. Значит, 15 сейчас, вот пошли минуты, давайте посмотрим. Тут, видите, в городе уже ужас, страх и разрушение происходит. Вот, уже, да, раненых относят пачками. А нас все-таки интересует 15.39. А, это начался последний штурм уже. И что происходит во время последнего штурма? Вот, мы можем видеть следующую карту. Да, смотрите, полностью фотография пошла большая, да, и масштаб, наверное, изменился. Кстати, здесь масштаб уже идет по 10 секундам. Потому что господа фотографы, там, респект и уважение, да, они просто генерируют фотографии там несколько там, за 5 секунд. Итак, мы видим, что осаждающие, с точки зрения странника, который снимал снаружи, начинают ломиться, да, внутрь. Вот.
Вот.